Это не только для футболистов, для всей России важно. Это знаменательный день. Сегодня мы выбираем президента нашей страны, как мы будем жить дальше. Вот, надеюсь, все будет хорошо, как и сейчас. Мы пришли на пункт голосования, проголосовать за нашего президента, за будущего, и заодно посмотреть нашу известную футбольную команду, с ними сфотографироваться и получить росписи на футбольном мяче. Очень рады такой организации. Я родился и вырос в Хабаровском крае, и для меня выборы – это не просто поставить галочку, а это выбрать будущее для нашей страны, лучшее будущее для наших детей. Я думаю, каждый должен прийти и проголосовать, потому что именно мы определяем наше будущее. Говорят, я похудел, надо набрать немножко. А видно, на 7 килограмм. Ему кушать, все поставили. Ему кушать не давайте. Не давайте ему кушать. Говорят, я похудел, надо чуть набрать. Мне 20 лет, никогда не голосовал раньше. В детстве ходил с родителями, было интересно это все. Вот сейчас 20 лет уже исполнилось, и решил сделать свой осознанный выбор сам. И все, пришел на выборы. Вы вообще на выборы в какой раз ходите? Часто ли? Ну, с 18 лет. Да, пропустил, может быть, парочку, когда я не был в России. Тогда еще не было какой-то возможности голосовать там по месту пребывания. Сейчас все здорово сделали. А так уже, ну считайте, сколько там был выбор. И президента, и там я еще застал выборы Верховного Совета и прочее. Депутаты выбирали. Вне зоны регистрации первый раз. А так все время как-то старался приехать домой. Вот только два раза за границей, когда был, на выборы не попадал. По России первый раз я в России, именно находясь в России, голосую не в Москве, по месту постоянного жительства, по месту пребывания. Так что для меня это тоже событие праздничное. Все, спасибо. Ну, я хожу каждый раз на все выборы, я выборов не пропускаю. У меня такая жизненная позиция, я понимаю, что от голоса любого человека зависят те решения, которые принимаются именно на выборах в стране. Поэтому я считаю свой голос важным для решения, этому я его отдаю. Футбол вообще это командная игра. Да, и то есть мы футболисты, мы привыкли именно жить и работать, играть в коллективе. Поэтому чувство вот этого коллективизма, чувство единения, оно заложено в нас с детства, поэтому мы к этому привыкли, мы так поступаем всю жизнь.